Жители центрального района в Челябинске хотят получить контроль над своим домом. Горожане намерены создать ТСЖ и сами заниматься благоустройством и ремонтом. Однако оформить товарищество собственники не могут. Сразу три дома на улице Смирных недовольны работой управляющей компании. Хотят создать ТСЖ, но не могут по закону, потому что в каждом доме меньше 20 квартир. Решение челябинцам предлагает депутат Госдумы Виталий Пашин. Дома могут объединиться и создать общее товарищество собственников. Сейчас с юристами будем обсуждать, это решаемые, я думаю, вопросы. Потому что все дома наши маленькие, сами понимаете. Создание ТСЖ хотелось бы это все делать, потому что управляющие компании – это только сбор денег. Прошла очередная встреча, было более 20 человек. Люди пришли, каждый со своей проблемой. Мы все проблемы взяли на карандаш. Обязательно поможем, сделаем депутатские запросы. Ну, проблемы насущные. Нет обрезки деревьев, нет благоустройства дворов. Как везде. Депутат пообещал вернуться в этот двор через несколько месяцев и проверить, были ли учтены пожелания жильцов.